Воздушная гимнастика – это красивый вид спорта, требующий гибкости, выносливости и изящности движений. Парить в воздухе и тренироваться в режиме нон-стоп тюменцев учат в цирковой студии «Бриллиантовый шмель». Руководитель школы Татьяна Костинская отмечает, что многие хотят прикоснуться к этому виду искусства, потому что цирк – это понятие из детства. Сейчас мы хотим официального признания этого вида спорта, поэтому открываются федерации во всех регионах России и, соответственно, всероссийские. Воспитанники «Бриллиантового шмеля» участвуют в фестивалях и соревнованиях федерального уровня, получают новые разряды и высокие награды. В красивый спорт дети приходят в самом раннем возрасте. Так на сегодняшний день в студии занимается 100 человек. Объявляем всегда, что мы берем с 3 лет. Вот, но с 3 лет еще выборочно, потому что не все дети в 3 года уже готовы, а в 4 года уже полноценный ребенок может заниматься гимнастикой, то есть он уже как раз эмоционально более готов, и к 6 годам мы можем из него вылепить уже очень качественного артиста, спортсмена, профессионала. Диана Филиппова в гимнастике с 8 лет. Вдохновившись примером своего руководителя Татьяны Костинской, девушка намерена связать свою жизнь и профессию со спортом. Вместе с тренером они готовятся к поступлению в Екатеринбургский колледж искусств. И я увидела первый раз выступление своего руководителя, вдохновилась, увидела, как она летает в воздухе, мне понравилось, это очень красиво, и мне хочется, чтобы я занималась этим дальше. Воздушная гимнастика – это сила, выносливость и целеустремленность. Порой юным спортсменкам приходится ограничивать себя в питании и тренироваться ежедневно. А самое сложное, что в воздушной гимнастике? Так надо все время вытягивать. Это трюки на силу, когда надо очень много силы. Мне очень сложно. А на гибкость у меня больше получается. А как часто нужно тренироваться, чтобы идеально исполнить номер? Ну, один день тренироваться, отдых и опять. Мне кажется, что надо тренироваться по 3 часа тогда. Час разминки и 2 часа кольце. Каждый день так делать? Да. Да. И так можно вывести на идеальный уровень. Угу.